Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белыш. До и после. Украина отмечает 4-ю годовщину революции достоинства. Что изменилось за 4 года? С одной войны на другую. В Черновицкой области участники АТО второй год ведут борьбу за обещанную им землю. Кто противник? Самая страшная санкция. США записали Северную Корею в спонсоры терроризма. Поможет ли? Нет, Аль Капоне в родном отечестве. Грандиозную спецоперацию в Закарпатье уже называют показухой. Почему? Непростое решение. Канцлер Германии готова к перевыборам в Бундестаг. Президент против. Чья возьмет? День достоинства и свободы сегодня отмечают в Украине. 21 ноября 2013 года на Майдан Незалежности в Киеве в знак протеста против отмены подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом вышли люди. Именно этот день считают началом революции достоинства. Первыми акцию поддержали студенты. После жестокого разгона молодежи в столицу начали съезжаться люди со всей страны. Прозвучали требования импичмента для президента Виктора Януковича. Протесты продолжались до конца февраля. В противостоянии с силовиками погибли более 100 человек. Небесная сотня. Сегодня во многих городах на главной площади вышли люди, чтобы вспомнить, с чего все начиналось, и почтить память тех, кто отдал свою жизнь. Павших во время противостояния на улице Институтской сегодня вспоминали в Киеве. С цветами к аллее Небесной сотни люди шли с самого утра. Память героев почтили молебном и минутой молчания. А на Майдане Незалежности зажгли свечи памяти и открыли выставку о тех трагических событиях. Настолько больно, потому что я сама мать, сама бабушка, прабабушка. И так хочется, чтобы в стране у нас было все хорошо. Чтобы эти ребята не даром погибли. В Кропивницком люди принесли цветы к мемориальной доске герою Небесной сотни Виктору Чмеленко. Ее установили на улице, которая теперь носит его имя. На митинг реквием собрались несколько сотен человек. Почтили минутой молчания всех павших во время революции достоинства и погибших на востоке Украины. Ми вийшли наш перший раз на наш Кіровоградський майдан 24 листопада. Тоді дві студентки педуніверситету зробили заклик людей вийти через соціальні мережі, і ми вийшли. Тоді нас було небагато, можливо, трохи більше 100 людей. Возложение цветов начался этот день и в Днепре. Жители города собрались на аллее памяти. После минуты молчания священники отслужили панихиду. А люди, які ну, реально дивляться на життя, вони бачать, що зміни реально відбуваються. Так. Інша справа, що вони могли бути інтенсивніші, але ми не повинні забувати, що в нас йде війна з ворогом. А в Івано-Франковську відкрили меморіальну доску Віктору Яков'яку, міліціонеру, погибшому в мае 2014 года. Он был в вертольоте, который сбили бойовики вблизи горы Карачун в Донецкой области. Установили памятный знак в строительном лицее, где он когда-то учился. В Черновцах провели музыкальный вечер памяти. На центральной площади города установили пианино, на котором играли во время тех событий. Инструмент разместили у памятника Тарасу Шевченко, на том месте, где в 2013 году собирались евромайдановцы. Во Львове в День достоинства устроили товарищеский футбольный матч. На поле команды участников АТО и депутатов Горсовета. Счет открыли военные и завершили турнир с победой со счетом 3-1. Нам потрібно виграти і показати, що учасники – це не тільки люди, які тримають зброю, а люди, які всебічно розвинені. Екатерина Сривкова, Галина Якушка, Елена Брынза, Елена Міндалюк, Жанна Дучак. Подробності – телеканал «Интер». Генпрокуратура официально приглашает Виктора Януковича на допрос. Об этом сообщил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По его словам, экс-президента ждут в ведомстве уже завтра, 22 ноября, для проведения следственных действий. Виктора Януковича, я напомню, обвиняют в госизмене. Всего по факту преступлений против Евромайдана открыто 117 уголовных дел. Чего добилось следствие за эти 4 года, выясняли наши корреспонденты. 117 уголовных производств и почти 2000 потерпевших. Такие цифры по делам Майдана сегодня назвали в Генпрокуратуре. Только за последний год сообщения о подозрении получили почти полсотни человек. Среди них тетушки, следователи и прокуроры. На рассмотрении в судах за 4 года более 150 дел. В частности, против Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене. Его в очередной раз пригласили на допрос. На очереди и другие фигуранты, сбежавшие из страны сразу же после революции достоинства, уверяют в ГПУ. Вы окремлено подозру высшим посадовым особам
які перебувають в розшуку, а саме колишньому президенту, колишньому голові СБУ, його заступнику, міністру внутрішніх справ, його заступнику, керівництву Київської міліції, керівництву командиру Беркуту. На цей час, як я вже повідомляв, триває розгляд 43 резонансних кримінальних проваджень. Те, що рух відбувається, в мене залишає надію на те, що все-таки злочин буде розкритий. В том, что процесс затянулся уже почти на 4 года, глава департамента спецрасследований винит в первую очередь служителей Фемиды. ГПУ уже пожаловалась в Высший совет правосудия на 12 судей, которые либо затягивают с вынесением решений, либо освобождают подозреваемых. Маємо 238 осіб в судах, але маємо всього-навсього 49 рішень судів. І у багатьох, ще раз акцентую, провадженнях вони розглядаються понад 2 роки і не видно, коли буде завершення. В то же время весной этого года удалось вернуть в госказну 39 миллиардов гривен. За счет спецконфискации денег окружения Януковича, не считая ценных бумаг, изъятых во время обысков. Впрочем, кто дальше будет отчитываться о ходе следствия – вопрос. Ведь прокуроры с 20 ноября не имеют права вести досудебное следствие. Это теперь прерогатива Госбюро расследований, которое де юре есть, а де-факто его нет. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по крайней мере часть дел в отношении бывшего руководства страны придется передать в НАБУ. И ознакомление с материалами может затянуть процесс. Ведь ГБР, по прогнозам Луценко, заработает не меньше, чем через полгода. Кроме того, Интерпол прекратил международный розыск 2 чиновников времен Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего замминистра Виктора Ратушняка. Более того, Интерпол, по данным ГПУ, не хочет разыскивать подозреваемых. Юлия Жешко, Любовь Кукла и Богдан Саврудский. Подробности, телеканал Интер. К сожалению, День достоинства не обошелся без потасовок на Майдане. Уже вечером там начались стычки митингующих с полицией. Мы отслеживаем ситуацию. До конца выпуска обязательно вернемся к этой теме. За последние 4 года, как утверждают эксперты, экономика Украины достигла своего дна. По подсчетам европейских специалистов, 60% украинцев находятся за чертой бедности. Почему и чего нам ждать в ближайшем будущем, разбирался Александр Васильченко. За последние 4 года одной из главных проблем украинцев стал катастрофический рост цен. Резко подорожали все товары первой необходимости – продукты, коммуналка, транспорт. По статистике МВФ, инфляция за 4 года после 2013-го составила 87%. Как утверждают экономисты, стоимость комуслуги выросла в 5-10 раз, а вот средняя зарплата увеличилась в 2 раза. Но национальная валюта в то же время обесценилась более чем втрое. По официальным данным, в конце 2013-го средняя оплата труда составляла свыше 3500 гривен. В нынешнем году этот показатель вырос практически до 7500. Но в долларовом эквиваленте средний доход украинцев уменьшился с 450 долларов до 270. Зараз ВВП на душу населения – это приблизно 2200 долларов на одного украинца. Порівняльно, я кажу, в світі середній ВВП – 10 тисяч доларів на одного мешканця планета Земля. В минулому році ми досягли абсолютного дна. Далі падати неможливо. Ухудшились экономические позиции Украины и на мировой арене, утверждают эксперты. За последние 4 года произошел отток зарубежных инвестиций. Например, более 5 лет назад иностранцы вкладывали более 10 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель около 1,5 миллиардов. Чому не йдуть інвестиції? Зрозуміло, війна, відсутність реформ, корупції. Це головні фактори, які стримують інвесторів приходу в Україну. Ще є 2 фактори. Зруйнована судова система. Замість судів на авансцену прийшли бандити. Другого мнения політологи. Реформи є, і вони починають працювати. Це відмічає навіть міжнародна спільність. Реформы проходят. Звучат как негативные, так и очень много позитивных точек зрения со стороны международной общественности, на которые мы, в принципе, должны в большей степени ориентироваться, потому что понятно, что в оценках украинских, внутриукраинских больше давлеет политика. В свою очередь эксперты признают, что за последний год экономика страны все же немного подросла на несколько процентов. При таких темпах страна может вернуться хотя бы на уровень 2013-го, минимум через несколько лет. Александр Васильченко, Вадим Свиридонов. Подробности, телеканал Интер.
Политики, которые пришли к власти после революции достоинства, обманули людей и потеряли их доверие. Такое заявление сделали в оппозиционном блоке. В обращении этой политсилы говорится, что действующая власть не хочет прекращать войну на Донбассе и не борется с коррупцией. Кроме того, гуманитарная политика только усугубляет конфликт с западными соседями, в частности с Польшей, которая всегда была адвокатом Украины в Европейском Союзе. Также есть серьезные проблемы в экономике. Промышленное производство, по данным оппозиционеров, сократилось на 20%, а в результате псевдореформ доходы большинства украинцев стремительно сокращаются. Глава радикальной партии Олег Ляшко обманул своих избирателей. Такое заявление сделал его коллега по парламенту Сергей Каплин. Нардеп выяснил, что главный радикал не выигрывал в лотерею 3 миллиона гривен. В официальном ответе нацлотереи говорится, что нардеп не обращался за деньгами, но в своей декларации Ляшко уже внес данные о выигрыше. Лидер соцпартии обратился в НПК с просьбой проверить, действительно ли Ляшко крупно повезло. Кроме этого, он также обратился в НАБУ с этой просьбой. Це була афера для того, щоб у електронній декларації приховати свої справжні багатомільйонні, а вже ми можемо сміливо говорити, багатомільярдні у гривнях статки. Я звертаюся повторно до Національного антикорупційного бюро, до Генеральної прокуратури. Ми повинні обов'язково з вами добитися, щоб Ляшко і такі псевдорадикали, такі псевдопартії, насправді мафії, які обкрадають простих людей, сиділи за ґратами. Скандалом отметили День свободы на Буковине. В одном из сел участники АТО уже не первый год они борются за землю, которую гарантируют им законы. Вот сегодня снова пришли требовать обещанные паи под строительство домов. Чем все закончилось, знает Ольга Поломарюк. Свои 23 Василий уже ветеран войны. Был мобилизован в 2014-м, воевал на Донбассе. Теперь воюет в родном селе с чиновниками. Вот уже второй год не может получить обещанную государством землю. Можливо, хтось надіється, що поміняються закони, якісь цю землю можна буде дуже швидко якось привласнити тих, хто має більше можливості. Із 80 учасників АТО, которые живут в Великом Кучерове, землю не получил никто. Свободные участки есть только на территории научно-исследовательской станции в нескольких километрах от Черновцов. Здесь выращивают фрукты, вот только сады, видимо, не мешают строиться людям далеко не бедным. Но атошникам выделить участки не могут. Почему, люди пришли спросить у начальства. Директора на месте не оказалось. Через час директор все же появилась, объясняя, станция хоть и находится в границах села, землей распоряжается в столице. На все возмущения военных чиновница реагирует агрессивно. Скажите фамилию, я подам на вас в суд. Все. Я тут не решаю за землю, на то є, це є державна земля, це є науково-дослідні поля, і це рішає Академія аграрних наук і Кабінет міністрів. В сільсовєті, в свою очередь, оправдывается. В академію обращає і не раз, но все зря. Вільних земельних запасів немає, тільки такі пагорби, скажімо, рівнинної частини немає. Ми скільки зверталися, не йдуть на співпрацю, скажімо так. От такого бюрократического футбола атошники уже устали и просят директора центра хотя бы помочь с оформлением паев. Но та отказалась и посоветовала ехать в столицу. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Более чем на 6 миллиардов гривен выросли местные бюджеты в нынешнем году. Об этом во время встречи с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы заявил вице-премьер Геннадий Зубко. Он также отметил, что создано более чем 660 территориальных громад. Недавно в большинстве из них впервые прошли местные выборы. Представитель Украины, вице-президент Конгресса Юлия Светличная отметила также, что итогом децентрализации в стране должен стать переход на европейскую модель местного самоуправления. Головною метою візиту Конгресу і високого рівня делегації є промоніторити, наскільки Україна продвинулася у виконанні дорожньої карти, яку підписали 2015 року. Вона здебільшого пов'язана із дотриманням демократії місцевих та регіональних влад. Стосовно питань, то більшості вони були щодо децентралізації, щодо фінансової можливості громад, а також питання, пов'язані із повсякденною роботою місцевих регіональних влад. І саме головне – можливості нових повноважень місцевого самоврядування і саме головне – відбудови практично системи місцевого самоврядування абсолютно ідентичної, яка працює в Європейському Союзі.
Мемориал жертвам Голодомора в Украине будет готов через 2 года. Об этом заявил Владимир Гройсман. Сегодня он посетил Национальный музей памяти и назвал строительство 2-го корпуса приоритетом и делом чести. По словам премьера, расходы, это около 700 миллионов гривен, разделят между собой государство и меценаты. По проекту музей возведут в подземной части памятного знака «Свеча памяти», и здание Нацмузея будет состоять из 2 частей – музея Голодомора и выставочного центра. На сьогодні біля 700 мільйонів вартість, але я вважаю, що ми подивимося, як це оптимізувати, зробити дешевше з одного боку, а з іншого боку, я вважаю, що ми маємо залучати сюди світове українство для того, щоб ми благодійними внесками теж завершували це будівництво. ДШВ вместо ВДВ. Украинский десант изменил официальное название. Теперь в вооруженных силах есть десантно-штурмовые войска. А голубые береты теперь стали темно-бордовыми по стандартам НАТО. Об изменениях сегодня рассказывал президент на торжествах по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве. Напомню, Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября. Празднование этого праздника перенесли со 2 августа. Від сьогодні. Моїм рішенням, кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовує 59 країн світу, 19 з яких – це країни-члени НАТО. Таким чином, ми, між іншим, впроваджуємо ще один стандарт Північно-Атлантичного альянсу, до членства в якому я маю твердий намір привести Україну. В зоне АТО обострение на Луганском направлении. На Светлодарской дуге боевики обстреливают наших военных из артиллерии 152-го калибра. А возле Новолуганского пустили в ход бронетехнику. Атакует противник и на Донецком направлении. О ситуации под Авдеевкой расскажет Геннадий Вивденко. В свои 20 лет десантник Александр уже месяц на передовой. Сейчас пристально следит за врагом. Говорит, лучшим подарком на праздник было бы свидание с родными. Но пока подарки металлические от оккупантов. Мелкокалиберні, але буває мінометами закидають. Ми дали відповідь, та вони заспокоїлись. Це мій перший раз, то трошки серце в п'ятки опустилось. Це промзона Авдіївська. Там зранку до ночі. Б'ють. Є такі позиції, що навіть у ранній час та в день не вщугають ворожі обстріли. От хлопці тримаються, спостерігають, дають адекватну відповідь. Погодные условия значительно ухудшились. После дождей глинистая почва в окопах сползает вниз. Бачите, дощ, лопати в руки, болото. Треба чистити, вбирати. Всяке буває, біжиш і можеш спотикнутися. Копаем помаленьку, то и все. С лопатами сегодня. Свой профессиональный праздник десантники празднуют вот в таких условиях. Грязь, второй день, идет дождь, плюс обстрелы противника. Праздник украинского десантника бойцы отмечают в условиях передовой. Праздничный урок. Откуда это урок у выкатки? Ну а что? Десантные войска, это насамперед. До мене вони виконують самі тяжкі, самі неможливі задачі. Тобто ми до цього всього готові. Максимум згадаємо своїх загиблих товаришів. Эта десантная бригада сегодня одна из самых боеспособных в Украине. Ее подразделения освобождали Донбасс по всей линии фронта. На позициях под Авдеевкой после 2-дневного дождя пошел снег. Но ребята говорят, это наименьшее из неприятностей. Лишь улыбаются, ведь никто, кроме них. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Разброд и шатание. В оккупированном Луганске снова зеленые человечки. Административные здания оцепили вооруженные люди без опознавательных знаков. У некоторых из них есть гранатометы, а к бывшему управлению МВД подогнали БТР. Это данные ОБСЕ. В соцсетях говорят, что таким образом якобы выясняют отношения 2 Игоря. Лидер псевдореспублики и глава так называемого местного МВД. Игорь Плотницкий ночью отправил Игоря Корнета в отставку, но тот явно не горит желанием уходить. Информация о том, что происходит
происходит на самом деле очень мало. Местные жители сообщают, что в городе не работает телевидение, радио и местный мобильный оператор. Есть даже информация, что Плотницкий якобы сбежал в Россию. Новый удар по КНДР. Американский Минфин вносит Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Что это значит для Пхеньяна и почему там уже два месяца не проводят испытаний? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Анопченко. У чиновников американского Минфина огромные полномочия. Именно здесь составляют санкционные списки. Именно здесь могут распорядиться заморозить счета и имущество на территории Америки. Но есть и крайняя мера. Страны вносят в перечень пособников террористов. В нем уже Судан, Иран и Сирия. Смысл этого черного списка в том, чтобы полностью изолировать государство. В Госдепартаменте убеждены, что санкции, которые они ввели до этого, уже дают свои результаты. В Северной Корее резко упала валютная выручка, и проблемы с топливом уже начались. В последние два месяца Пхеньян не проводил ни новых ядерных испытаний, ни новых ракетных пусков. Сложно сказать, техническая ли это пауза, или вот такая демонстрация того, что они готовы договариваться. Но видя все это, вашингтонские чиновники решили не останавливаться и додавить. Госсекретарь Тиллерсон накануне сообщил прессе, все больше стран полностью прекращают торговлю с КНДР, информируя об этом Соединенные Штаты. А значит, у режима Кима все меньше валюты для новых закупок. Точечно бьют по банкам, через которые проходили платежи для Пхеньяна, угрожая отлучить их от визы и мастер-карт или вовсе от системы SWIFT отключить. Но существует и еще одно измерение санкций – человеческое. Об этом мало говорят и пишут, но дипломаты, работающие при ООН, поделились с нами. Оказывается, главная статья доходов Ким Чен Ына – это вовсе не торговля, это люди. Сотни тысяч своих граждан он послал на работу за границу. Работа черная, их родственники – практически заложники, потому что не вернешься домой в Северную Корею, родных расстреляют, всю зарплату забирает государство. Но благодаря этому Северная Корея и собирает деньги на ракетные и ядерные испытания. И вот Соединенные Штаты именно по этой статье доходов Ким Чен Ына сейчас и бьют, потому что из страны, которая признана спонсором терроризма, нельзя нанимать сотрудников. Похоже, в Вашингтоне, будучи готовыми к военному решению, все же склоняются к другому плану полной изоляции. И хотя, по сути, усиливать санкции больше некуда, но сегодняшний шаг – сигнал, что Вашингтон вступать не намерен. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Спасибо, не нужно. Александр Лукашенко отказался ехать на саммит Восточного партнерства. Белорусского президента, которого называют последним диктатором Европы, пригласили в Брюссель фактически впервые. Но в Минске ответили, что в Европу не стремятся, и отправили на форум главу МИДа. А вот нашу страну представит Петр Порошенко. Чего ждать Украине от этого саммита, разбиралась Елена Абрамович. До саммита всего три дня, но над проектом финальной декларации еще идет работа, уверяют не на камеру дипломаты. Будет ли в ней упоминаться предложенное Европарламентом Восточное партнерство плюс и создание трастовых фондов, в Совете ЕС не уверены. Все, что могут сказать сейчас, благодарны депутатам за внимание и выдвижение идей. Нам удалось увидеть последний проект декларации и, судя по всему, для Украины пряников в этот раз Брюссель не приготовил. Впрочем, в дипломатических кругах утверждают, жаловаться Киеву не на что. Помощь ЕС беспрецедентная. Ни одна другая страна столько не получает. На поддержку реформ на следующие несколько лет Евросоюз забронировал для Украины более 12 миллиардов евро. 90 миллионов на консультативную программу по децентрализации, 104 на реформу государственного управления, 15 на антикоррупционные проекты. Да и в целом этот год был продуктивным как никогда. Соглашение об ассоциации вступило в силу, заработал без виз, а благодаря зоне свободной торговли украинский экспорт в ЕС вырос на четверть. Что еще пообещать? О членстве в Евросоюзе пока не может быть и речи. Понимают это и в Киеве. Президент Петр Порошенко сам недавно заявил, соглашение об ассоциации выполнено всего процентов на 15. Впереди еще много работы. Да и в Брюсселе словно ветер не бросают. Некоторые страны настаивали, чтобы в декларации по итогам саммита не признавали европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы. Но компромисс все-таки нашли. Устремление признали, но добавили ссылку, что ассоциация не означает будущее членство в Евросоюзе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».
Прогресса в польско-украинских отношениях нет уже несколько лет. Такое заявление министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сделал в эфире польского радио. По его словам, Украина отказывается от реализации ряда двухсторонних договоренностей, поэтому именно от украинской стороны зависит восстановление отношений между странами. А запрет на въезд в Польшу украинских граждан – это только ответ на антипольские решения Киева. Но в то же время Ващиковский подчеркнул, несмотря ни на что, что поддерживает евроинтеграцию Украины. Украина выдворила белорусского дипломата, об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца, но ни имени, ни должности сотрудника посольства она не назвала. Беларусь уже покинул Украину, это ответный шаг украинской стороны на объявление персоны нон-грата советника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова. Его обвиняют в шпионаже. Скворцов якобы помогал украинскому журналисту Павлу Шаройко, которому белорусский КГБ приписывает создание агентурной сети. В Минобороны Украины все эти заявления опровергают. МЗС Украины, керуючись принципом взаємності, ухвалило рішення про те, щоб вислати з країни також представника посольства Білорусі в Україні. Станом на даний момент зазначений працівник, а це перший секретар посольства Білорусі в Україні, припинив роботу і залишив нашу державу. И еще троих украинцев задержали в Беларуси, как сообщают власти этой страны, за нарушение границы. Двое мужчин и женщины отправились за ягодами и оказались на территории Беларуси. Их взяли в Столинском районе, который граничит с Ривненской областью. Белорусские пограничники утверждают, что украинцы перешли рубеж умышленно, потому что один из нарушителей якобы уже попадался на подобном. Много шуба и ничего. В деле о контрабандистах, которые приватизировали границу с Венгрией, никаких подвижек. Напомню, на прошлой неделе в Закарпатье провели эффектнейшую спецоперацию с бронетехникой и боевой авиацией. Но теперь даже губернатор Геннадий Москаль называет это обычной показухой. Почему, выясняла Марина Коваль. Прошло уже 5 дней, а подробностей больше не становится. По неофициальным данным, была задержана целая банда контрабандистов. Но пока ничего конкретного. Известно только, что под домашний арест взяли единственную подозреваемую. Это Эрика Шинкевич, бывшая начальница управления госгеокадастра Береговского района. Ее обвиняют в причастности к незаконной схеме приватизации земли на границе с Венгрией. Чиновница уверяет, что невиновна. Ці земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення. Я не могла знати, що там є державний кордон України. Операцію проводили з розмахом. Бронетехніка, вертольоти, сотні вооружених силовиків. Все це із-за 5 кілометрів приватизованої землі, яку використовували для контрабанди сигарет, наркотиків і переправки нелегалів. Вот только губернатор Геннадий Москаль назвал ее обычной показухой. Дескать, замначальника госземагентства, который еще в 2014-м передавал землю в частные руки, давно сбежал. Да и пограничники не оформили право собственности на участок надлежащим образом. Державная прикордонная служба не имеет никаких прав на эти земли, потому что она не имеет актов державных. Підписував людина, яка займала посаду заступника, ці акти. Його не затримали, вже давно втік за кордон. Собственником землі возле границі називають Атілу Горвата. Геннадій Москаль возмущен. Мол, із обычного сільського вуйки, так он називає Горвата, зробили Аль Капоне. І уверяє, он не задержан, он дома. Забрали того Атілу. Ніхто про нього б не знав, якщо б з нього не зробили. Повезли у Львов, з Львова повезли в Київ, з Києва назад повезли в Львов, а сьогодні він сидить вдома, як і сидів. Когда же правоохранители назовут имена всех задержанных и расскажут подробности громкой спецоперации, до сих пор неизвестно. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. «Нафтогаз Украины» уклоняется от выплаты дивидендов в бюджет. Об этом говорится в письме министра финансов Степана Кубева в адрес НАКа. Он, по сути, обвинил компанию в нарушении процедуры. «Нафтогаз» включил дивиденды от подчиненных ему предприятий в сумму, уплаченную самим «Нафтогазом». В министерстве это приравнивают к невыплате. Врахування НАК «Нафтогаз України» дивідендів товариства за 2016 рік у складі дивідендів, сплачених компанією до державного бюджету, є ухилення від виконання вимог законодавства. Внаслідок прийняття таких рішень втрати державного бюджету від несплати дивідендів зазначеними товариствами на державну частку складають 759 мільйонів 786 тисяч гривень.
Обыски в Киев-Автодоре и Зеленстрое. По словам мэра Виталия Кличко, задержаны пятеро чиновников. Их подозревают в растрате бюджетных средств. К силовикам Кличко обратился полгода назад. Он просил отследить использование денег, выделенных на ремонт дорог. В результате в двух коммунальных предприятиях выявили преступные группировки, говорит мэр. Только в Киев-Автодоре на ямочном ремонте заработали 11 миллионов гривен. Задержанным чиновникам готовят сейчас подозрения, но имен пока не разглашают. Отримавши кошти на проведення капітальних робіт по ремонту доріг чи будь-яких ямочних робіт, будемо називати так, зазначені кошти відправляли за фіктивними договорами на підконтрольні собі комерційні структури, гроші оберталися в готівку, роботи, які за документами виконувалися комерційними структурами, фактично виконувалися силами і засобами комунальних підприємств. Це буде таким щепленням для тих, хто має бажання покопатись в бюджеті нашого міста і робити протиправні кроки. В этом году правительство анонсировало начало масштабнейшего ремонта дорог по всей Украине. На это выделили более 20 миллиардов гривен. Планируют отремонтировать порядка 2000 километров покрытия. В следующем году эта сумма должна удвоиться. Хотя ежегодно на ремонт дорог необходимо 60 миллиардов гривен. Об этом заявляют в Министерстве инфраструктуры. Но несмотря на увеличение финансирования, проблем все равно хватает. Например, в Черкасской области дороги в ужаснейшем состоянии. Почему трасса в селе Гельмязов так сильно напоминает лунный пейзаж, разбирались мои коллеги. Вот так жители Гельмязова ежедневно испытывают свои автомобили и нервы на прочность. Это участок дороги Софиевка-Драбов. Ее состояние дорожники определяют как ямочность. Местные жители считают дорогой в ад. Классно. Лучше, чем везде, я думаю, да? Хай Киеве себе бы такие под парламентом сделали дорогу. Дом Людмилы Питько как раз рядом с трассой. Она уже не один десяток лет без капитального ремонта. Время от времени ямы латали, но теперь, похоже, забыли даже об этом. Колись той рік беушним асфальтом заасфальтували, його хватило на місяць і на тому кончилось. Тепер їздять уже під самим двором, чоловік приїхав, у мене чоловік в АТО, приїхав, поклав бордюри. На другий день прибігли до мене сільської ради і сказали, прийміть, бо нема куди їздить. В сельсовете говорят, полноценно отремонтировать дорогу не могут. Она на балансе областного автодора. Местные жители не раз засыпали выбоины строительным мусором, но пользы от этого никакой. Сельский голова показывает переписку с дорожниками. В ней только обещания. Они обещали, вы видите, что нас включат до ремонту робіт у 2017 году. Нам обещанки постоянно были то початок вересня, то кінець вересень, то жовтень. То погодні умови. В службі автомобільних дорог нічого конкретного ответить не можуть. Мол, в этом году потратили на ремонти более 300 мільйонів гривень. І практично все пішло на траси государственного значення. Щоб привести дорогу в Гельмязові в порядок, нужна капітальна реконструкція. Для даної ділянки дороги необхідне підсилення основи і таким чином влаштування нового шару покриття. Ми сподівалися, що буде надходження коштів і збільшення нашого фінансування, і сподівалися все-таки виконати першочергові ремонтні роботи. Як і селянам, в облавтодорі нам теж пообіцяли, внесуть участок в Гельмязові в план ремонту. Але вже на наступний рік. І при умові, що фінансування увеличиться. Станіслав Кухарчук, Павел Тимошенко, Андрій Кравець. Подробності телеканал «Інтер», Черкаська область. Рыбный оброк. В Николаеве начальник областного управления рыбного хозяйства обложил ежемесячной данью предпринимателей. Руководитель ведомства вовлек в эту схему и подчиненных ему инспекторов. Они разрабатывали методы давления на бизнесменов. Все собранные деньги передавали своему руководителю. Задержали чиновников в рабочем кабинете во время получения 10 тысяч гривен. Только выбрали, и вот опять, после провала коалиционных переговоров, немцев, похоже, ждут перевыборы в Бундестаг. Канцлер Ангела Меркель уже заявила, что готова участвовать в них во главе христианских демократов. А вот президент Германии изо всех сил пытается предотвратить это голосование. Так будут ли выборы? Разбиралась Татьяна Лагунова.
После политического землетрясения сильный афтершок. Немецкие политики, похоже, уже понимают, перевыборов не избежать. Но, тем не менее, до последнего повторяют. А вдруг обойдется, есть еще какой-нибудь менее болезненный и дорогой для страны выход. Новых выборов из-за провала коалиционных переговоров в современной истории Германии пока еще не было. Главный противник повторного голосования – президент Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер встречается с лидерами партии. Хочет убедиться, что надежды на создание правительственной коалиции точно нет. Вчера он беседовал с Ангелой Меркель, сегодня принял во дворце Бельвью лидеров либералов и зеленых. А на завтра у президента запланирован разговор с бывшим соратником, лидером социал-демократов Мартином Шульцем. Всем сторонам нужно остановиться и еще раз обдумать свою позицию. Партии, которые прошли в Бундестаг, должны служить интересам общества и страны. И я надеюсь, в ближайшем будущем они будут готовы говорить о формировании правительства. Канцлер Германии, впрочем, предпочитает уже говорить о новых выборах. В интервью одному из крупнейших немецких телеканалов Ангела Меркель заявила: «Лучше перевыборы, чем правительство меньшинства». И да, она снова будет претендовать на пост канцлера. Если будут назначены новые выборы, то, конечно, это не то, чего хотели бы избиратели. Но нам придется это принять. И, если честно, я ничего не боюсь. Назначить новые выборы не так-то и просто. Президент Германии должен сначала трижды вынести на голосование кандидатуру канцлера. И только если она не наберет голосов, у президента появляется право распустить Бундестаг. Этот процесс может растянуться на месяцы. По всем подсчетам, новые выборы могут состояться не раньше весны следующего года. Но политологи уже задаются вопросом, а что будет, если партии повторят свой результат и снова окажутся не в состоянии сформировать правящую коалицию. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Конец эпохи диктатора. 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку. Заявление главы государства зачитал спикер парламента. Его приветствовали овациями. В столице Хараре сотни людей танцуют и поют прямо на улицах. Роберт Мугабе пришел к власти 37 лет назад. Западные страны обвиняют его в репрессиях и коррупции. Ситуация в стране накалилась на минувшей неделе после того, как Мугабе уволил вице-президента, тем самым открыв путь к этой должности своей супруге Грейс. В ответ военные захватили власть в стране. Самая оплачиваемая певица планеты, самый быстрый астероид и самая популярная фотография Сирены Уильямс. Обо всем этом в нашем обзоре. Богатая и знаменитая Бейонсе возглавила список Forbes как наиболее высокооплачиваемая певица года. За прошедшие 12 месяцев американка заработала 105 миллионов долларов. В эту сумму вошли доходы от нового альбома и концертного тура. У Бейонсе также есть своя линия одежды. На второй строчке 69 миллионами долларов британка Адель. Третье место у американской певицы Тейлор Свифт. Ее доход за год 44 миллиона. Вышла замуж и порвала интернет. Свадебное фото Сирены Уильямс за 3 дня собрало более 800 тысяч лайков в Инстаграме. Бракосочетание состоялось еще 16 ноября в Новом Орлеане. Уильямс отдала руку и сердце миллионеру Алексису Оганесяну. У пары уже есть дочь, рожденная в сентябре этого года. На торжестве присутствовали около 200 гостей. Свадьба обошлась молодоженам примерно в миллион долларов. В Атланте снесли один из самых больших стадионов США. На этой арене проводили баскетбольные матчи Олимпиады 1996. Также она дважды принимала Супербоул. Чтобы здание рухнуло, понадобилось 2,5 тонны взрывчатки и всего лишь 15 секунд. Теперь на месте стадиона появится отель, паркинг и зеленая зона. А неподалеку уже готова новая арена. В Сантьяго прохожий поймал женщину, сорвавшуюся с 9-го этажа. Сначала она висела на стене дома, уцепившись за перила балкона. Внизу толпа зевак снимала происходящее. Мигрант из Гаити решил помочь бедняге, прикинул место, куда она может упасть, и стал там. Женщина и вправду свалилась прямо на него. Оба пострадали, но остались живы. Чилийский филантроп Леонардо Фаркас пообещал оплатить лечение спасителя. Солнечную систему впервые посетил межзвездный астероид. Небесное тело необычной вытянутой формы пронеслось сквозь нашу галактику на скорости 25 км в секунду. Он стал самым быстрым астероидом, который ученые наблюдали в Солнечной системе. Объекту присвоили название Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «первый посланник издалека». Из чего состоит, откуда прилетел и куда направляется космический гость, пока загадка.
И о сегодняшнем инциденте на Майдане представители общественной организации «Коалиция участников оранжевой революции» установили несколько палаток. Около сотни активистов окружили правоохранителей, их было вдвое больше. Произошла потасовка, в итоге силовики разделили людей на две группы, оттеснили от палаток, но затем покинули Майдан незалежности. Это все новости на сегодня. Доброй вам ночи и до встречи завтра.